Недавно я увидел у своей дочери на руке красную нитку. Я видел ее у очень многих людей. Когда мы были в Израиле, я видел, что их продавали эти просто красные нитки недалеко от Стены Плача. И мне стало интересно, что это такое. И, знаете, я понял, что это на самом деле не так уж и безобидно, потому что это связано с учением Каббалы и представляется как защита от всякого негатива, от злых духов. И я понимаю, что многие люди просто как дань моде, подражание своим кумирам, они делают то же самое, даже не вникая в суть того, что они делают. Но на самом деле, я хочу вам сказать, что вы заигрываете с нехорошими вещами. Я бы не советовал бы вам это делать. Потому что если вы хотите иметь защиту, никакая нитка вам не поможет. Потому что настоящая защита – это сам Бог, а не какие-то амулеты, не какие-то обереги, не какие-то заклинания. Поэтому, друзья, будьте здравы, будьте рассудительны. Прежде чем что-то делать, узнайте вообще, что это такое и откуда ветер дует. Пусть Бог даст вам мудрости.